Всем привет, это канал Physics, и сегодня мы поиграем в Troll Face Quest TV Shows. Я помню, уже играл в похожие игры, там связанные с Ютубом и еще связанные с компьютерными играми. Время пришло телевизору, но что за TV Shows у нас будет, я не знаю, там, наверное, какие-нибудь американские и все такое. Ну да ладно, погнали. Так, чувак упал со скейтборда. Мужик что-то чешет голову. Ну тут я не вижу никаких отсылок пока что там к каким-нибудь телешоу. Чё? Ладно. Что с мужиком-то делать? Ой! Чего? Чё такое? Стой! А он любуется лампочкой. Пацана забрали, он любуется лампочкой. Так, о, все, включил лампочку, окей. Что дальше? Куда? На пацана, да? Пластырь приклеил. Окей. Мы прошли. Продолжаем. Это, наверное, Шерлок Холмс и доктор Ватсон, да? Только кто из вас Шерлок, а кто Ватсон? Наверное, вот это Ватсон уже усатый. Окей. Он проверяет его на задержку дыхания или чё? Чё ты ржёшь? Так, окей. Куда нажимать надо? Так, вот надо на него нажимать, да? Тут можно что-то двигать? Подожди, во время того, как он... Так, мы больше нигде не можем нажать, кроме как сюда. Может, надо на него много нажимать, нет? Нет. Может, его двигать надо, я не знаю, что тут. Может, тут другие какие-то места есть. Ой! Я за него как-то потянул. Ну, ты и пердун, а? Шерлок, ну ты что делаешь, а? Ай, продолжаем, ладно. А это откуда? Тоже какой-то фильм? Наверное, я его не знаю. Остановись, ты чё? Что делаешь? О, снег. Червяк? Серьезно? Да. Окей. Мы его как-то прошли, с первого раза даже. А это, наверное, Симпсоны, да? Они же желтые. А ты что не ржешь? И чё? Чё они перепугались-то? Смешно. А что делать-то? Я думал, смерть как-то сделать свое дело. У него, видите, рука даже вылезает из-за того, что он ржет. Я поправил ему антенну. Может, исправить как-то положение это надо? Нет? Так, ладно. Нет. Я думаю, диван надо. Что с вами делать, а? Может, куда-то ее перенести надо опять? Может, вас куда-то перенести? Вы же, наверное, двигайтесь там. Чё вы делаете? Вы чё, долбоёбы? Успокой, тихо. Они свихнулись. О, это я знаю, это Gravity Falls. Только почему-то Билл Сайфер в виде ромба, а не треугольника. Ну и что дальше? Он ржет. Ты чё сделал? Вот ты дурачок, а. Так, значит, тут что-то должно быть, чтобы спасти их. Может, под шапкой что-нибудь? Пересечь? Может, тебя как-то спасти? Надо как-то спасти Диппера, бедного. Восклицательный знак вместо вопросительного? Интересно. Подотрись бумагой. Блин. А может, надо, наоборот, сначала Диппера и
она что-то сделает с этим вантусом. Во! Так тебе и надо. Все? Обиделся. Окей. Не знаю, что это. Воу. Что я наделал? Открыл ячейку. Воу, ты чё? А, я тоже проиграл. А ты чё? Это случайно не доктор кто? Уж больно похоже. Это какая-то гадость. Больше ничего нету? На небе? На земле? Ты чё делаешь? А если сделать вот так? Ну-ка. И открыть, нет? 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 Эй, ладно. Значит, это наоборот... Я проигрываю, если я так делаю, да? А если вниз? Снять юбку. Наверх. Наверх она снимает маску, да. А если вот так и вот... не успел, наверное, да? Так. Ну, чё, делай. Ты, чувак. Сосредоточились. Где подкол? Можешь за галстук потянуть. Опа! Ну, туфли снять. Убить ее, убей ее! Нет. Не хочет. Сразу боится. Может, как-то ее надо. Вот эту ячейку надо двигать. Нет, на нее надо нажимать только. Окей. Когда я сюда нажимаю, то она может другую сторону какую-то подвигать, нет? Потому что если я вверх двигаю, она снимает маску. Я думал, это выигрыш уже, типа, снимает маску. Но нет. Ты что с тобой делать-то, а? С вами ничего не происходит, а? Сюда, сюда, вверх, вниз. Может, есть какие-то очки, которые спасают, а? У вас есть очки? Солнцезащитные очки. Ну, на жижу там, не знаю, тыкать надо. Может, глазочки снять? Чё так сложно? Да она даже и тут достает, а? Как это работает вообще? Стоп, а если ничего не делать? Может, что-нибудь произойдет? Нет? Не хотите? Не хотят. Что еще тут можно натыкать? Я вот вроде вожу и нигде не нахожу. Надо, наверное, что-то сделать в это время, когда она сняла маску. Может, он снимет маску, а? А, все, фух, ё-моё. Я понял, надо было просто вовремя снять маску. Так, ну все, погнали. Улетайте нафиг. И что дальше?
все, выиграли. Окей. Семейка Адамс, да? Смеется. Не смеешься? Посмейся. Так, он не смеется. Надо что-нибудь сделать, чтобы он посмеялся. Да, ту-ту-ту-ту-ту. А где рука эта, ходячая? Есть тут? Ты что с камнем? Стоишь тут. Заткнись. О. Нет. Зависится пусть нет. Это что такое? Ну зарази смехом, ну боже мой. Что надо делать тут? Подожди, его можно... Почему я могу с ним что-то делать? Куда? Ой! Как я это сделал? И что дальше? Все, я выиграл. Странно как-то вообще было. Я случайно что-то сделал. Просто тупо начал вводить. И все. Нифига ты. Better call troll. Лучше позвонить troll. Че ты? На тебе. Нет? Да что такое? Ну-ка, нюхни. Во, козявка вылезла. Что с ней надо делать? Прикольно, да? Ну-ка, убей его. Во. Ай, ладно. Бред какой-то. И чё? Ух ты, чё это? Нет? За что? Так, сюда нажимаю, он тоже убивает. Ложкой причем. Не бойся вилки, бойся ложки. Один удар и череп в крошке, да? Что это такое? Это можно как-то использовать? Может опять поводить вот так? Да ты чё? Надо что-то с ним... Может сюда? Да блин, хватит убивать его. Так, может наверх тебя? Ай... Куда еще можно? Свет? Нет. Может за... Что с этим надо делать? Съешь. Да блин, что это такое? С этим надо что-то сделать, это уж точно. Да ё-моё. Да хватит его убивать, чувак. Иди отсюда. А может подожди. Ну-ка размахни. Нет, я думаю, она как-то спасет эту штуку. Нет. Подожди-ка. Да ты же живой, ну ты же не умираешь, ну боже мой, а. А-а-а. И что делать? Это не крутится. Значит, надо как-то взаимодействовать с персонажами. Может, долго надо нажимать? Нет. Опять водить кому-то дать? Нет. Вверх, вниз, влево, вправо. Может, тут есть какие-нибудь секретики? Ой, мимо. Тебя сюда водить. Сюда... Нет. Они сразу начинают что-то делать. Нет. Может, тебя ложку отобрать, а? Что ж такое? Ну-ка, дай ложку. Дай. Вниз. О, есть. Надо просто ложку вниз опустить. Ты его защекотал до смерти. Ясно. Это что за шоу?
Бля-бля-бля-бля-бля. Смешно. Так, и чё? Так, Опа! Хорош. И дальше чё? Высморкалась? А ты высмаркивайся. У тебя больше соплей. Ты выиграл. Странно какое-то шоу, кто больше высморкается. Чё, всё? Пройдено играл? Ну да, потому что компьютерная версия всего 10 уровней получается. А если скачивать, например, на телефон, то будет больше уровней. Ну, в общем, неплохо. Не скажу, что прям вообще круто, но неплохо. Я, конечно, мало чего понял с этого. Но все равно, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте про группу ВК, там можно предлагать игры для прохождения. Всем пока.